Форумы управдом и ПРОЖКХ, на которых широко обсуждается проблематика жилищно-коммунальной сферы, а также юридические аспекты, с ней связанные, пользуются популярностью у жителей. По инициативе партии «Единая Россия» и распоряжению главы Ленинского округа Алексея Спасского организован новый формат для контакта граждан с представителями ЖКХ и администрации муниципалитета. Это разъяснение нового в законодательстве Российской Федерации, которое положило начало с 1 января. Это и касается земельных вопросов, и управления имуществом, и безопасности. Поэтому мы раскрываем эту тему подробно для того, чтобы жители были в курсе. Кроме того, на подобных встречах жителям рассказывают о тех проектах, которые будут реализованы в Ленинском городском округе в текущем году, на какие работы в бюджете заложено финансирование. Подобные мероприятия будут проходить в формате живого общения. После выступления спикера граждане смогут задать любые вопросы. Правительством Российской Федерации подписано постановление, которое я вам прилагаю для ознакомления, в том числе утвердил формулы перерасчета. Теперь, если гражданин находится вне своей квартиры или жилого дома более 5 дней, он, согласно этому постановлению, по утвержденной форме пишет заявление и получает по утвержденной формуле перерасчет. Особое внимание на первой встрече с гражданами было посвящено вопросам безопасности, а потому помимо руководства территориального отдела Ассоциации председателей многоквартирных домов здесь присутствовал и представитель МЧС. Главная установка подобных мероприятий – все вопросы жителей не должны остаться без ответа. Мы можем обсудить это в рамках работы территориального отдела. Конечно, мы решаем на месте. А вопросы более глобального характера, перспективные задачи, мы вносим на обсуждение уже на главу Ленинского городского округа для того, чтобы доложить людям о тех решениях, которые возможны для реализации. В течение года будет проведено 4 цикла встреч в территориальных отделах. То есть всего пройдет более 30 подобных мероприятий. Кроме того, будет организовано 3 больших форума под названием «Садовод», которые будут посвящены проблематике СНТ и сельских поселений. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.